Девы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на май месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И первая карта для вас, мои дорогие, в начале месяца – это карта дьявола. Карта дьявола говорит о том, чтобы не искушаться, да, постараться те, которые люди находятся в отношениях, не входить в других отношения. Да. По дьяволу все-таки не стоит искушаться другими отношениями, другими какие-то, может, кто-то предложит, да, вы находитесь на той работе, которая сейчас, и вам предложат, что где-то в другом месте больше заработаете, да, потому что здесь все-таки есть хитрость, есть обман со стороны людей, да, со стороны людей, которые вам это будут предлагать, да, те, которые касаются в отношении, не входить как третий человек, да, постарайтесь сохранить те отношения, которые у вас есть на сегодняшний день. Люди, которые одинокие, да, постарайтесь, здесь какая-то зависимость у вас есть, да, здесь какая-то вот привычка у вас, которая вас самим разрушает, да, самих разрушает, да. Вот постарайтесь поработать над этим вот в начале месяца. Давайте посмотрим, следующая карта для вас — это двойка пентаклей. Все-таки сохранить, что у вас на сегодняшний день есть, сохранить свой баланс, не искушаться, если это касается рабочий момент, что вы где-то больше заработаете, и уйти от работы, которая сейчас на сегодняшний день, да, здесь стоит все-таки себе сохранить этот баланс, да, вот в начале мая месяца. Давайте посмотрим, следующая карта для вас — и карта башни, да, карта башни показывает, что если вы будете искушаться в начале, то вы сами свое благо и разрушите, сами свои же отношения и разрушите, даже самого себя как человека сами разрушите. Это будет разрушение вашими руками, да, из-за того, что вы в свое время не смогли себя контролировать, да, найти тот баланс, который вам нужен. Давайте посмотрим, следующая карта для вас на середине месяца — это тройка кубков. Тройка кубка говорит обязательно, да, вот не входить, да, не стоит, не то что обязательно, не стоит искушаться другими отношениями. Если вы думаете, что вы там более будете счастливы и более найдете вот какое-то спокойствие, радость, да, удовольствие, то поверьте, что вот вы дойдете сами, что разрушите вашу жизнь. Давайте посмотрим, следующая карта на середине месяца — пятерка пентаклей. Пятерка пентаклей говорит о том, что, знаете, постарайтесь уходить. Постарайтесь уходить от тех мыслей, да, что вы хотите что-то новое, да. А у меня есть жена, муж, да, это мое, и он все простит. Не стоит это сделать, да. Постарайтесь уйти от таких мыслей. Постарайтесь уходить от тех предложений о больше заработывании деньги в середине май месяца, вот даже в начале, то, что вам, постарайтесь не думать об этом. Потому что это, как я вам сказала, да, это как-то заманить вас в эту ловушку, да, для того, чтобы вы сами своими руками и разрушили себя. Даже как человека, даже отношения, даже работа, да, даже потеря ваших финансов. Давайте посмотрим, следующая карта, да, карта король жезла. И это больше говорится о мужчинах, те, которые находятся в стабильных отношениях, да, не искушаться других отношений, не входить, вот карта треугольник, да, и постарайтесь в середине уходить от таких отношений, да, потому что вы сами, как я говорю, да, и повторяю, что вашу жизнь своими руками будете разрушать. Давайте посмотрим, следующая карта, да, на конец месяца. И следующая карта, да, карта волшебника. Карта волшебника показывает о том, что делайте какие-то действия, да, нужно вам все-таки перебороть вот это ваша зависимость, да, у вас есть как-то, как я сказала, даже те люди-одиночки, у них есть зависимость, да, может быть, даже то, что одиноких, входить
ну, как треугольника, да, у человека есть, да, семья. Здесь все-таки нужно вот выйти, да, и делать, поработать над собой, да, потому что здесь вы сами хозяины вашей жизни, да, вы сами знаете, чего вы хотите, но все-таки вот эти, для того, чтобы то, что у вас хорошее есть в жизни, да, даете вот, дается в май месяц его вот эти искушения. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, мои дорогие. Это карта Луны. Карта Луны говорит о том, что у вас, знаете, есть такое вот состояние, да, и вот под конец месяца очень сильные страхи, да, очень сильная неуверенность, но это показывает, что у вас не циклично, да, некоторые, это не для всех, могут быть какие-то магические воздействия вот именно в мае месяце в сторону вас, да, и здесь постарайтесь все-таки, может быть, перебороть это, может очищаться, да, может обращаться, да, понять, что с вами происходит, потому что здесь карта Луны показывает, что очень сильные страхи у вас под конец месяца. Может, у вас страхи будет то, что те, которые все-таки будут себя искушаться, что у вас, да, у вас, может быть, будет мысли, а может, на меня что-то делали, да? Почему я так себе поступила, если у меня есть отношения? Давайте возьмем карты совета, и что вам высшие силы советуют вам, да, как себя вести на протяжении всего месяца, да? Девятка кубков. Сохраните ваше изобилие, стабильность, отношения, работы, то, что все касается ваше. Не искушаться, потому что сами разрушите себя. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для того, чтобы вы посмотрели ваш личный расклад, обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.